Вот, друзья, сейчас покажу, как устанавливать камеру на стабилизатор. Берете камеру. Здесь есть штативное это отверстие. Вставляете. Все поставили. Вот. Вот у вас камера болтается, вы ничего сделать не можете. Тут надо еще баланс устанавливать. Еще камеру надо подвинуть сначала. Вот, вот так вот подвинули до конца. Все, вот камера у вас все равно, ну, не баланс неправильный, да? Ищите правильный. Но ищите, чтобы камера не заваливалась. Ни вниз, ни вверх. Вот, вот так вот. Вот, вот так вот. Но видите, камера все равно чуть-чуть заваливается. Ну так долго, так-то ее надо. Так-то геморрой вот это все делать постоянно. Вот так зафиксировали, вроде бы ровно стоит. Чуть-чуть надо здесь, чтобы поработать. Потому что объектив чуть-чуть заваливается. Ну так, например, установили. Потом надо включить. Здесь экранчик небольшой идет. Все вот. Запустили вот так вот. И идете, снимаете. Вот идете, снимаете. Вот так вот. Все. Здесь фонарик я сейчас вам покажу. Сейчас фонарик покажу. Вот. Вот фонарик, все есть. Ну, типа вспышки. Только она поярче, чем вспышка светит. Вот такой вот. Можете выключить. И вот так вот идете, вот снимаете. Вот. Все как бы нормально. Камера выдерживает. Также, в принципе, смартфон устанавливать, если вам надо, тоже нужно стабилизировать, чтобы так, например, поставили камеру, чтобы она ни вниз, ни вверх, никуда не наваливалась, тогда нормально. Потом установили и все, включаете и снимаете. В принципе, довольно-таки легко ее балансировать, если вы 2-3 раза попробуете, то вам потом легче будет.